Инвестиционные проекты, реализуемые в стране, позволяют легко решить многие проблемы. Например, работы, направленные на модернизацию трубопроводов систем отопления, дают результаты. Учреждение ТЭЦ номер 3 полностью выполнило годовой план и на оставшиеся средства проводит работы по ремонту трубопроводов. В Шымкенте имеется 823 километра теплосетей, из них 150 километров магистральные, 673 – внутренние обмоточные трубопроводы. В этом году на замену труб ТЭЦ номер 3 выделено 16 миллионов тенге. Работа выполняется по низкой цене, а оставшиеся средства используются в положительном направлении. Нужно было заменить 480 метров трубопровода на улицах Кожанова и Темир-Казык. Стоимость ремонтных работ по смете составляла 16 миллионов тенге. Мы смогли полностью уложиться в сумму 11 миллионов 202 тысячи тенге. А оставшиеся 4 миллиона 864 тысячи тенге мы проводим дополнительные ремонтные работы. Инвестиционный проект, предложенный шымкентским филиалом агентства по регулированию естественных монополий, имеет положительные результаты. Эксперты утверждают, что потери теплосети в городе сократились на 1%. Проект, утвержденный на 5 лет, будет способствовать решению многих проблем. Установлен 5-летний тариф на ТЭЦ номер 3. Для этого выделено 81 миллион тенге. Он составляет 16 миллионов тенге каждый год. В этом году на эти средства успешно завершены соответствующие работы, а на оставшиеся средства ведется дополнительная работа. ТЭЦ-3 – учреждение, которое обеспечивает теплом 100% территории города. Теплом этого центра в городе пользуются 2306 многоквартирных домов, 287 бюджетных учреждений и 284 юридических лица. К предстоящему отопительному сезону предприятие готово на 82%. Финальную проверку прошли 26 котлов и 17 насосов. Работы по замене труб завершатся к 1 октября.